Игры — это часть тренировочного сбора. Самое важное — это тренировки. Ежедневно было по две очень интенсивные и тяжелые тренировки. В этих тестовых играх был план, чтобы задействовать всех игроков, которые в нашем распоряжении были. Я могу сказать, что тренировочным процессом в этой первой части зимних сборов я очень доволен. Да, все, что мы планировали, мы сделали. Игроки очень серьезно и хорошо относились к тренировкам. Все, что мы запланировали, мы сделали. Даже вот сейчас, в этот момент, как я вам даю интервью, у наших игроков еще есть постигровая нагрузка. И вот сейчас, в данный момент, они бегают. Поэтому комплимент нашей команде. Очень хорошо подтянули наши физические кондиции. После этой паузы мы это будем соотносить, как бы сделаем следующий шаг в нашем развитии. Предстоящие две недели, первые две недели второй части сборов, также будет большой акцент на атлетичную физическую работу. Потихоньку будем вводить больше футбольных элементов и все больше и больше будем работать над тактическими задачами.